Я сегодня исполняю роль Деда Мороза. Хоу-хоу-хоу. Еду поздравлять своего зрителя, ну и, получается, друга, вот, с которым мы пока не знакомы, но очень скоро познакомимся. Это к вам Локомотив приехал. Вас еще не поздравили с Новым годом? Тогда мы идем к вам. Здорово! С Новым годом! Оп! Смотри, привет! Погнали? Здравствуйте! Егор, я думаю, тебе не терпится открыть, поэтому она твоя. С Новым годом! Не может быть такого, ко мне должен кто-то приехать, я не знаю, кто вообще что. Там написано, дорогой Егор, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом и желаю в 2018 году исполнения желаний. Будь счастлив. Ну, я занимаюсь в футбольном клубе, любительском, можно сказать. Вот так. Ну, нет, просто так. Угу. И вот моя главная мечта, наверное, попасть в Локомотив. Выйти на Черкизова. Да. В качестве футболиста. Ну, да, это круто. Тоже мне интересно, на какую позицию вообще играешь? Ну, я сам еще не решился, но, наверное, ближе к нападающим. Ну, что-то вроде связующего, да, там? Ну, да. Локомотив Москва. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Новым годом. Желаю, чтобы вы продолжали болеть за нашу любимую команду, приходили на стадион, потому что этот год выдался успешным, было много крутых побед, и надеемся, что следующий 2018 год станет не менее успешным. Мы увидим много красивых голов, интересных матчей, поэтому команде нужна ваша поддержка. Обязательно приходите на стадион, мы должны быть единым целым. Желаю вам крепкого здоровья, побольше ярких счастливых дней и будьте с Локо. С Новым годом! Будет праздник!